закапываешь. Без крупных планов и очень коротко, кажется, любое появление на публике давалось теперь уже бывшему прокурору Мордовии непросто. Сразу не разглядишь, где в этой толпе синих пиджаков, закапывающих елки в честь очередного юбилея прокуратуры, Василий Щербаков. В феврале прошлого года президент России подписал указ о его назначении. В марте Щербакова представили Артему Сдунову. На кадрах с той встречи Щербаков не проронил ни слова. Во всяком случае, на камеру. Замгенпрокурора России Николай Шишкин тогда ставил задачу. Спектр прокурорского надзора настолько обширен. Я думаю, что найдете понимание при реализации проблем, которые стоят перед республикой, которые стоят перед новым руководством республики. В Мордовию господина Щербакова перевели из Мурманской области, где он последовательно занимал должности заместителя прокурора региона, а потом возглавил региональное надзорное ведомство. Телевидение «Кандалакши» тогда опубликовало редкое его интервью. Василий Щербаков рассказывает, на что чаще всего ему жалуются жители Русского Севера. Вопросы не только теплоснабжения беспокоят людей, вопросы работы управляющих компаний с тем, чтобы услуги, которые предоставляются, были качественными. Но, к сожалению, порой не всегда это получается. Это львиная доля обращений граждан. В Мордовии Василий Щербаков общался исключительно с журналистами государственных изданий. На публике появлялся редко. В одном из интервью рассуждал о проблеме квартиры для сирот, но решить ее не успел. Владимир Путин подписал указ о его отставке. Исполнитель обязанности прокурора региона назначен Александр Иванов. Евгений Симкин, наши новости.